Всем привет! Мы находимся в аэропорту Бен-Гурион. По вынужденным обстоятельствам пришлось провести здесь ночь. Несмотря на то, что сиденья довольно комфортные, все равно находиться в одной позиции очень тяжело. И, к сожалению или к счастью, у меня была пустая бутылка большая от Кока-Колы. Но в любом случае для того, что я хочу рассказать, подойдет любая большая бутылка. Дело в том, что если разместить бутылку внизу сиденья, то оно создает очень интересную опору. С одной стороны, она достаточно жесткая для того, чтобы дать вам опору для нижней части спины. С другой стороны, она достаточно мягкая бутылка для того, чтобы все это было комфортно. Вот, примерно несколько часов я сидел, и у меня очень сильно начала болеть нижняя часть спины, а потом вспомнил про бутылку и решил попробовать этот сценарий. Все довольно-таки прошло удобно, комфортно. Бутылка, несмотря на то, что прогибается, немножко скрипит, но 95% времени она делает свою работу. И, в принципе, довольно-таки комфортно было сидеть, и я всем рекомендую. Также можно использовать эту бутылку, если необходимо, для создания некой такой подушки. То есть ее можно замотать в куртку, в свитер или в какую-то другую одежду. И тем самым, если есть где место отдохнуть, можно, соответственно, отдохнуть, прилечь. Но в данном случае на таких сиденьях, которые раздельны, вряд ли что-то получится. В общем, в любом случае, сейчас я сделаю крупный план. Посмотрите, как это находится. И обязательно попробуйте, если вам придется в таких обстоятельствах провести длительное время.